Ресторанчик находится по пути к водопаду Джермук. Нам предложили особую беседку прямо над речкой. Сейчас увидите, перекусим. Я думаю, я буду кушать долму с виноградных листьев. И еще что-нибудь выберем. Сейчас посмотрим меню. А в данный момент я вам покажу саму беседку и речку. Вот беседка. Шикарное место. Ну все, всем приятного аппетита. Принесли овощи, нарезанный салат, лаваш, травы разные, этот мадзун с чесноком, сыр. И сейчас в ожидании рыбы, шашлычка, долмы и яичницы. Принесли еще шашлычка. Все блюда в огромных тарелках. Пахнет просто офигенно. Я ем голубцы, ем этот омлет, ем салат, травы, шашлычок, тот салатик. Шикарно. И с офигенным видом на речку. Принесли еще рыбу. И все, потом принесут еще всякое. Знаете, вот у нас вино есть, вот можете попробовать. Мы вас угощаем. Угощаем. И понеслось. Все блюда попробовал. Наполнился. Микро-макро элементами, протеинчиком, креатинчиком. Это в свежем натуральном виде, я не про спорт питания. И, кстати, ребята, рыбу здесь готовят свежую. Есть небольшой бассейнчик, в который она плавает и ждет своего звездного часа, когда попадет на мангал. Смотрите. Я не знаю, вам видно или нет. Вон, вот эта белая тоже рыбка. Поели, еще раз повторяюсь, офигенно. По цене вышло 26 тысяч драм, это если переводить на русские деньги, 3600 рублей. Сами видели, что стояло на столе, не буду перечислять, все наелись, полные желудки. Еще и плюс, взяли с собой, это в общий счет. Еще и на вечер нам останется. И плюс, в этом кафе, в этом ресторанчике придорожном есть гостиница. Всем советую, кто будет в этой области по пути к водопаду Джермук. А теперь мы погнали в Татэфу.